Нет смерти, есть вечная сила, обновляющая вселенную любви. Освобожденный – это тот, кто мог так постичь любовь, чтобы забыть о себе и служить только ей. Так и там, где укажет светлое божественное начало. И очень важно осознавать, что жизнь в энергиях здесь и сейчас очень важна. Почему? Потому что энергии здесь и сейчас – это и есть энергии Творца, а это и есть энергии безусловной любви.